Раби Каханы, предположим, что в Израиле будет введен еврейский закон. Как вы думаете, те евреи, которые не следуют этому закону, будут иметь те же права, что евреи, следующие ему? Те же права? Права на Израиль. У евреев нет права на Израиль. У них есть обязанности перед Израилем. Хорошо, пусть будет обязанность. Естественно. Жить в Израиле, даже не следуя еврейскому закону? Если государство постановляет, что это закон, а они живут в Израиле, они должны следовать этому закону. Я живу в стране, в которой масса абсурдных, ужасных законов. Я следую им, потому что это закон. В демократическом государстве, если мы сможем убедить большинство, что это закон, я буду ожидать, что каждый еврей в Израиле будет ему следовать. Это называется не теократия, а демократия. Именно так, да?